Доброго вечера всем тем, кто не спешит и никогда не собирается на Гавайи. Но если помните мои репортажи, вот этот ленок был пойман на нижнем берегу Амура. Вот он. И эта щука, вот она лежит, которая за рукав мне вцепилась. Все это уже приготовлено очень-очень вкусно моим другом Виктором Сергеевичем, который находится в Хабаровске. Мы сейчас у него в гостях в Хабаровске. Вы посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. И вот под это все, вот добрый коньячок кизлярский. И это вы понимаете, это просто все пойдет просто на ура. А вот картошечка, вот она, классная картошечка, запекается в духовочке. Ребята, вы представляете, какой это кайф? Никогда не спешите на Гавайи. Все-таки у нас намного лучше. Всем привет, всем добра, мира, берегите себя, здоровья.